Всем привет-привет! С вами Марина Холодкова. Сегодня я буду показывать, как можно еще зарабатывать в нашем маркетботе. Я сегодня была в магазине ВТБ, сделала покупку вот на 277 гривен. Вот, и сейчас я вам покажу, как вы можете загружать свои чеки, что для этого нужно, для того, чтобы получать кэшбэк 1,5% от ваших покупок. Если вы еще это не делали, начните это делать, да, потому что вы сейчас просто ходите в магазин, совершаете свои покупки и ни копейки не получаете за эти действия. А маркетбот вам дает возможность еще на ваших покупках зарабатывать. 1,5% это небольшие деньги, но когда вы практически ежедневно скупаетесь в магазинах, да, ходите в Макдональдс, там в KFC тут есть, да, заправляетесь на заправках, в ВТБ, в Ашанах покупаете, в метро, то вам за это деньги никто не возвращает, да, но у вас появляется уже такая возможность, и за месяц скапливается нормальная сумма. Вот давайте мы проведем с вами эксперимент. Сегодня 1 мая у нас, да, вот, и посмотрим, сколько за месяц я смогу вернуть себе денег. Так, смотрите, что для этого нужно. Вам нужно войти в ваш личный кабинет, найти офлайн шопинг. Вот он, офлайн. Да, вот здесь вам пишет: совершайте покупки в ваших любимых магазинах офлайн и получайте отличный кэшбэк. Вот перечень тут магазинов есть, да. Вот, получите 1,5% с ваших ежедневных расходов. Вот, и получить кэшбэк. Нажимаем. Дальше. Тут пишется, как он работает, что нам надо ввести последние 4 цифры карты, с которой мы намерены совершать покупки, оплачивать покупки нужно этой картой, фотографировать и загружать чеки. Покупки будут отображаться в разделе продажи, а кэшбэк будет доступен после периода верификации. Нажимаем далее. Здесь вводим 4 последних цифры нашей карты. Так. Выбираем, что это за карта. Так. Нажимаем далее. Утверждаете ли вы, что именно эту карту намерены использовать для офлайн покупок? Так. MasterCard. Да. Убедитесь в корректности номера карты, так как кэшбэк может быть подтвержден только в отношении покупок, совершенных с использованием сохраненных карт. А тут можно привязать не одну карту, да, если вам так захочется. Так, я подтверждаю. Дальше. Нам надо загрузить вот сюда вот чек. А, так, чек загружаем, нажимаем. Так, выберите магазин. Смотрите, сколько здесь есть магазинов, в которых вы можете совершать покупки. Давайте их все просмотрим. Спортмастере, North Face, Lotto, Salomon, Acterix, 7/11, Domino's, это пицца, я так понимаю, IKEA, Metro, Пятерка, Migros, Газпром Нефть, Shell, Народный, Бургер Кинг, Адидас, Пума, Найк, Нью Бэланс, Интерспорт, Декэшлон, Пул&Бир, H&M, Зара, Walmart, Таргет, Теско. Смотрите, сколько магазинов, да? Сайнсборис, Лидл, Макдональдс, KFC, Сабвей, Магнит, Ашан, BP, Лукойл, Старбукс или Старбакс. Вот, дальше, что у нас тут еще есть? Carrefour, АТБ, Анвар, Лента, Пицца Хат, Барнет и Набл, Медиамаркт, Бест Бай. Ну, мне подходит либо Ашан, либо АТБ. Вот, в других я как бы так не скупаюсь. Но меня устраивает АТБ, да? Так, значит, мы выбираем здесь АТБ. Вот, выбрали. Сумму указываем. Так, сумма 276,70. Так, день, месяц, год, дата покупки. Значит, я делала сегодня покупку. Это 1 мая 2021 года.
21.05.2021. Так, сделали. И теперь загружаем чек. Смотрите, чек должен быть четким, да, чтобы там реально было видно номер вашей карты, на какую сумму покупка и так далее. Делайте четкое изображение, это в ваших же интересах, чтобы вам не забраковали и так далее. Все, делаем дальше. Добавить чек. Все, наш чек добавлен. Теперь здесь, вот видите, у нас появилась графа, что мы 1 мая загрузили чек из АТБ, наш кэшбэк 0,14 доллара, то есть 0,14 центов, да, получается. Ожидание 15 дней, вот мы теперь будем ожидать через 15 дней, что эти денежки нам на наш кэшбэк вот здесь вот засчитаются. Поэтому пользуйтесь этой функцией, тем более, если вы скупаетесь ежедневно и в АТБ, и в таких магазинах, и в Ашане, да, и в Метро, и на заправках заправляетесь, ходите по Макдональдсам, по KFC, не упускайте данную возможность. Также вы можете начать с этого зарабатывать себе денежки на кэшбэк. Очень даже удобно. Все, спасибо всем за внимание, надеюсь, что было полезно. До скорых встреч, всем пока-пока.